21 ноября в Десногорском центре социальной помощи семье и детям «Солнышко» состоялось торжественное открытие социально-игрового комплекса. Эта яркая площадка для 26 воспитанников учреждения появилась благодаря победе в социальном конкурсе госкорпорации «Росатом». Коллектив учреждения придумал и разработал проект, который одержал победу. Для его реализации атомщики выделили грант в размере 450 тысяч рублей. Сегодня на территории нашего учреждения, благодаря поддержке Росэнергоатома, госкорпорации Общественного совета, а также администрации города Десногорска во главе с Андреем Николаевичем Шубиным, при поддержке депутата Смоленской областной думы Михаила Васильевича Лосенко и департамента Смоленской области по социальному развитию, мы выиграли грант для приобретения спортивного комплекса с уличными тренажерами на территории нашего «Солнышка». Контракт был заключен с ООО «Благоустройство», город Киржач Владимирской области, малые формы. Сама фирма приехала к нам в учреждение. Ими были установлены спортивные комплексы, скамеечки, тренажеры. Все оборудование имеет лицензию и сертифицировано. На торжественное открытие комплекса пришли почетные гости. Депутат Государственной областной думы Михаил Лосенко, заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков, начальник отдела социальной защиты Злата Бриллиантова и представители Десногорского пожарного гарнизона и организации молодых атомщиков. Право перерезать красную символическую ленту было предоставлено Александру Новикову и директору «Солнышка» Людмиле Шаповаловой. Сегодня, открывая вот эту вот замечательную площадку, я хочу сказать, что руководители вашего учреждения, где вы находитесь, первый раз участвуя, как Людмила Михайловна сказала, в этом конкурсе, сразу же победили. И первый блин не оказался комом. Поэтому, Людмила Михайловна, я думаю, что в следующем году мы продолжим эти инициативы, дабы территория вашего учреждения еще сильнее развивалась, предоставляла нашим детям больше услуг по их развитию, по их творческой деятельности. Мы в этом вам будем всячески помогать. И, конечно же, в этом очень сильно нам помогает и госкорпорация, и концерн «Росэнергоатом», который не оставляет без внимания города присутствия своих атомных станций, своих объектов. И совместными усилиями мы добьемся очень больших успехов. Дорогие дети, уважаемые друзья, первое, приветствую вас и поздравляю с замечательным праздником. Вот для меня такой праздник, вот такие мероприятия, когда строится что-то, особенно для детей. Продолжился праздник яркими спортивными состязаниями. Ребята, посещающие центр, разделились на две команды и посоревновались в быстроте, ловкости и физической подготовке. Ну и как положено в спорте, победители получили грамоты, медали, а капитаны команд – кубки. Завершился праздник веселыми танцами.